Звук «х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Сильный характер, уверенность в себе и магнетизм, излучаемые владельцами этого имени, производят глубокое впечатление на окружающих. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Показателем деловой активности, силы характера и требовательности для обладателей этого имени является число 8. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Будучи честолюбивыми, они часто идут в политику и благодаря ярко выраженной индивидуальности могут достичь высоких положений. «Ре» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергией. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Они способны на решительные действия, но зачастую сначала совершают действия, а потом задумываются о последствиях. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.